В тот момент, когда принимали работы, аким не вы были. Другой был районный аким. А кто был заместитель акима, который отвечал за ЖКХ? Ну да, заместитель акима здесь. С удовольствием с вами побеседовать сейчас. Угу. Я могу пригласить. Можете, проблем. Да, да, конечно. Угу. Пойдем, это же мы делали. Да, вот вы сюда встаньте. А что вы? Вам же я сказал же, зачем это? Ну, хорошо, вы просто рядом стоите и все. Ага, вы не надо, я вас не буду ничего спрашивать. Не надо, это пусть он сам это даст, я не пойду. Зачем неудобно? Я за себя отвечаю. Он за себя. Нет, он же ваш заместитель. Подождите, в чем проблема? Просто вам постоять рядом. Вот вы здесь стояли, мы его позвали, и все, и заходим. Давай, а вот вы просто пройдите. Подходите, да. Да, я и пойду там. Ага. Нет, вы не уходите, пожалуйста. Нет, вы же сняли женщину, что там? Хорошо, ладно, ваше право. А, скажите, пожалуйста, в каком году проект вы приняли? Проект был принят в 2018 году. Были нарушения по именно подрядной организации. Приняли до меня, понимаете? Как до вас? Я тогда не работал. Аким сказал, что вы тогда были заместителем? Нет, после он же позже пришел. Я работаю с 18 года в конце 18 года. Объект был принят в летом. На месте по 12 тысяч тенге за тонну отпускает. 23 тысячи тенге? На месте не может быть. 23 тысячи тенге здесь, наверное, может быть, отдельные, наверное, предприниматели продают. Ну, есть по 18, по 19 тенге. Мы контролируем сегодня, согласно именно утвержденному прескуранту, мы 19 наименований социально значимых. Хорошо. Но остальные мы там, вот эти сигареты, водки, вафли. Хорошо, мы не контролируем. Давайте пойдемся по социально значимым. Хорошо. Сахар социально значимый? Ну, сахар социально значимый, да. Сахар, мука социально значимый. Хорошо. Хлеб первого сорта значимый. Сколько стоит сахар? Ну, сейчас 340. 360 – самая минимальная цена. 340, я вам говорю. Есть же? Булка хлеба стоит? Булка хлеба стоит от 100 до 110 тенге. За булку 600 грамм. 120. 600 грамм? Аскан, 600 грамм. Сколько хлеб стоит? Джижирма. 120. А Акимат говорит, что хлеб дешевле стоит. Халай, что? Джир. Пойдемте. На нас.